Здравствуйте, друзья! Сразу после выхода материала на нашем сайте tatufoto.com про как татуировки воспринимаются в разных странах. Мы подготовили его видеоверсию для нашей аудитории на YouTube. Приятного просмотра! Как татуировки воспринимаются в разных странах? В современном мире татуировки стали не просто модным трендом, но и способом самовыражения, отражением личной истории и культурной принадлежности. Однако восприятие татуировок значительно различается в разных уголках планеты. Некоторые общества принимают их как норму, другие же продолжают окружать нательные рисунки стигмой. В статье рассматривается, как разные культуры влияют на восприятие татуировок и как это восприятие меняется со временем. Татуировки имеют тысячелетнюю историю, начиная от древних племен, где они служили знаками зрелости, статуса или даже лечения, до современных урбанизированных обществ, где каждая татуировка может быть искусством или личным заявлением. В историческом контексте, татуировки могли означать членство в определенной социальной группе или клане, быть символом достижения или памятным знаком. Сегодня они часто рассматриваются как форма искусства или способ выразить свою индивидуальность. Цель данной статьи – исследовать, как различные культуры, религии и социальные системы влияют на восприятие татуировок. Задачи включают в себя анализ исторического значения татуировок в разных обществах, изучение современных тенденций и отношения к татуированным людям, а также рассмотрение правовых и социальных аспектов, связанных с нательными изображениями в разных странах. Статья предназначена для широкой аудитории, интересующейся культурной антропологией, социологии и искусством, и стремится дать всесторонний взгляд на это явление, раскрывая его многообразие и глубину. Татуировки в историческом контексте. Татуировки имеют длительную историю, свои корни они уводят в древние времена, когда они несли в себе глубокую символику и часто служили важной ролью в ритуалах и традициях. В Древнем Египте, например, татуировки обнаружены на мумиях женщин, предполагая, что они могли иметь ритуальное или защитное значение. У древних майя татуировка была признаком высокого статуса и часто использовалась для отображения военных достижений или религиозной принадлежности. Такие обычаи показывают, что татуировки были не просто украшениями, а носили определенную социальную нагрузку и часто были интегрированы в социальную иерархию и духовную жизнь сообщества. Со временем восприятие татуировок сильно изменилось. В средние века в Европе татуировки часто связывались с криминальным миром или считались варварским обычаем. Однако в морских экспедициях они вновь обрели популярность как способ записи путешествий и приключений моряков. В некоторых культурах, таких как у полинезийских народов, татуировки сохранили свое культурное и духовное значение, став комплексным языком, который отражает идентичность и историю личности. Символика татуировок в разных культурах может сильно варьироваться, отображая все от социального статуса до личных достижений или даже медицинских знаний. В Японии, например, сложные татуировки были связаны с якудза, в то время как в многих африканских и американских племенах они могли отражать переход от детства к взрослой жизни. В каждом обществе татуировки могут быть восприняты как символы религиозной принадлежности, семейной истории или даже лечения. Анализ исторического значения татуировок позволяет лучше понять их место в современном мире. От древних обществ до современности татуировки перешли долгий путь, и их значение продолжает развиваться, отражая меняющиеся культурные веяния и социальные изменения. Современное восприятие татуировок в современном мире. Татуировки стали значительно более принятыми и распространенными, чем когда-либо прежде. Они перешли от символов маргинальности и протеста к элементам массовой культуры и моды. Среди различных возрастных групп и социальных слоев сегодня можно встретить людей с татуировками, которые носят их открыто и с гордостью. Во многих странах они стали символом моды, стиля или даже престижа, особенно среди знаменитостей и влиятельных личностей, чьи тату часто копируют фанаты и последователи. Самовыражение через татуировки взяло на себя новые формы в эпоху глобализации и цифровых технологий. С одной стороны, они могут быть произведением искусства, выражающим личные взгляды, воспоминания или даже этапы жизни. С другой стороны, с помощью социальных сетей татуировки становятся частью личного брендинга, способом привлечения внимания и формирования образа. Многие люди используют татуировки как способ подчеркнуть свою уникальность и индивидуальность, а также для того, чтобы рассказать свою историю без слов.
Тем не менее, в некоторых обществах по-прежнему существуют стереотипы и предубеждения по отношению к татуированным людям, особенно в профессиональной среде, где татуировки могут восприниматься как непрофессионализм или даже провокация. Несмотря на это, растущее число компаний и организаций принимают более либеральный подход, считая татуировки частью личной свободы и самовыражения. В целом, современное восприятие татуировок стало более толерантным и включающим, хотя отношение к ним все еще может значительно варьироваться в зависимости от культурных, религиозных и региональных особенностей. Со временем татуировки приобрели новые формы и значения, и их роль в культуре продолжает эволюционировать, отражая широкий спектр личных и коллективных идентичностей. Азия, традиции и восприятие татуировок в азиатских странах отражают уникальное сочетание исторических, культурных и религиозных факторов. В Японии, например, искусство татуировки, известное как ирэдзуми, имеет глубокие исторические корни. Традиционные японские татуировки часто ассоциируются с якудза, организованной преступностью, что и объясняет их амбивалентное восприятие в обществе. В то время как мастера татуировки прославлены за свое искусство, носящие татуировки могут столкнуться с дискриминацией в повседневной жизни и даже с ограничениями, например, в общественных банях или бассейнах. В Китае и Южной Корее взгляды на татуировки также разнообразны и противоречивы. В Китае, где традиционно ценились незапятнанное тело и кожа, татуировки долгое время считались признаком криминального мира или низшего социального статуса. Однако с распространением западных влияний современная молодежь все чаще обращается к татуировкам как к способу выражения себя, что приводит к изменению общественных взглядов. В Южной Корее, несмотря на строгие культурные нормы и идеалы красоты, татуировки становятся все более популярными, особенно среди молодых людей и знаменитостей, таких как звезды кей-поп, что также способствует их нормализации. В Индии и странах Ближнего Востока религия играет значительную роль в восприятии татуировок. В Индии татуировки могут иметь глубокие религиозные и культурные значения, например, традиционные мехенди, временные татуировки, делаемые из хны во время свадебных церемоний. В то же время, в странах с исламским большинством, таких как Саудовская Аравия, татуировки часто считаются недопустимыми, поскольку в традиционном исламе существует запрет на изменение созданного Богом облика тела. Таким образом, в азиатских странах восприятие татуировок продолжает развиваться, смешиваясь с современными тенденциями и традиционными взглядами. Это разнообразие показывает, как глобализация и культурный обмен влияют на изменение социальных норм и практик, связанных с татуировками. Европа. В европейских культурах восприятие татуировок различается от региона к региону, отражая богатое историческое наследие и современные культурные тенденции. В Западной Европе татуировки давно перестали быть эксклюзивно подпольным явлением и стали широко распространенной формой искусства и самовыражения. В странах, таких как Великобритания, Франция и Германия, видны позитивные изменения в отношении к татуировкам, особенно среди молодежи и креативных профессий, где они часто служат украшением или способом показать свою индивидуальность. Корпоративная культура также постепенно смягчает свои взгляды, хотя в некоторых сферах, таких как банковское дело или юриспруденция, консервативные взгляды по-прежнему преобладают. В Восточной Европе, в странах с более консервативными и традиционными обществами, таких как Польша, Россия и Украина, татуировки могут восприниматься более скептически. Здесь они до сих пор могут быть связаны с криминальным миром или маргинальными группами, хотя и в этих странах наблюдается тенденция к более свободному и открытому восприятию, особенно в больших городах и среди молодежи. Скандинавские страны, такие как Швеция, Норвегия и Дания, занимают особое место в контексте татуировок в Европе. Там татуировки часто встречаются и обычно носят более либеральный и инклюзивный характер. В этих странах с высокой ценностью на индивидуальность и самовыражение, татуировки могут быть как средством личной идентификации, так и продолжением древних традиций, таких как викингские символы и руны, которые используются для отражения культурного наследия. В Европе существует множество взглядов на татуировки, и эти взгляды продолжают развиваться под влиянием как глубоко укоренившихся культурных традиций, так и современных глобализированных тенденций. Несмотря на различия в отношении к татуировкам, общий тренд в Европе идет в сторону большей открытости и признания татуировок как формы искусства и средства самовыражения.
Америка. В Америке татуировки являются неотъемлемой частью поп-культуры и имеют долгую историю, которая развивалась вместе с социальными изменениями и культурными течениями. В Соединенных Штатах тату-культура берет свои истоки из времен морских путешественников и военных, и сегодня татуировки широко распространены во всех слоях населения. Они стали видимым элементом многих субкультур и часто используются как средство самовыражения. Знаменитости, спортсмены и публичные личности не только демонстрируют свои татуировки, но и влияют на тату-тренды, что приводит к их распространению среди поклонников и общественности. Татуировки в США также стали предметом популярных телешоу и реалити-сериалов, которые освещают работу тату-салонов и жизнь мастеров, тем самым популяризируя татуировки и разнообразные стили. Это привело к росту их принятия в обществе и увеличению количества татуированных людей во всех возрастных группах. В странах Латинской Америки отношение к татуировкам тесно связано с культурными и социальными аспектами. В местах с сильными коренными традициями, таких как Мексика и страны Центральной Америки, татуировки часто имеют глубокое символическое и религиозное значение. Однако в некоторых регионах Латинской Америки, где действуют более строгие социальные нормы, татуировки могут восприниматься как знак бунтарства или принадлежности к определенной социальной группе. Тем не менее, в таких странах, как Бразилия и Аргентина, где культура телесного искусства процветает, татуировки становятся все более популярными и социально принятыми. Тату-фестивали и конвенции, привлекающие международных артистов и энтузиастов, способствуют культурному обмену и вдохновляют на принятие татуировок в качестве формы искусства. Хотя восприятие татуировок в разных частях Америки варьируется, общая тенденция указывает на растущее признание татуировок как формы личного выражения искусства. Это отражение изменяющихся социальных норм и взглядов, где татуировки становятся мостом между личной идентичностью и культурным самовыражением. Африка. В Африке татуировки имеют древние традиции и продолжают играть важную роль в культурных и ритуальных практиках многих племен. Традиционно африканские татуировки использовались не только для украшения тела, но и как символы социального статуса, принадлежности к племени, а также для обозначения важных жизненных событий и достижений. В некоторых племенах татуировки наносятся в периоды инициации, служа в качестве важного переходного ритуала от детства к взрослости. Они также могут носить духовный и защитный характер, символизируя связь с предками или духовными наставниками. Современные тенденции в африканских татуировках показывают интересное сочетание уважения к традициям и одновременного принятия глобальных влияний. В городских районах, таких как Йоханнесбург в Южной Африке или Лагос в Нигерии, тату-салоны стали популярными, и молодые африканцы все чаще обращаются к татуировкам как к средству самовыражения и моды, вдохновляемые западными знаменитостями и тату-культурой. Это привело к росту спроса на тату-мастеров и распространению более современных стилей татуировок. Тем не менее, в некоторых регионах Африки, особенно в более консервативных и религиозных общинах, татуировки по-прежнему могут восприниматься скептически и даже сталкиваться с социальным осуждением. Однако общий тренд свидетельствует о том, что многие африканские общества становятся более открытыми к этому виду искусства, особенно когда он служит средством сохранения культурного наследия или поддержки современного творчества. В Африке татуировки остаются важной частью культурной ткани континента, отражая его историческое прошлое и стремление к современному выражению. В то время как традиционные татуировки продолжают передавать культурные ценности и истории. Современные тату-тренды открывают новые горизонты для исследования идентичности и личного стиля. Австралия и Океания. В Австралии и Океании татуировки имеют глубокий культурный и исторический контекст, особенно среди коренных народов, таких как маори в Новой Зеландии. Для маори традиционные татуировки, или тамако, являются не просто украшениями, но и мощным способом выражения личной идентичности, социального статуса и семейной истории. Каждый узор имеет специальное значение и часто передается по наследству, обозначая связь человека с его предками и племенем. Тамако включает сложные узоры, которые наносятся на лицо и тело, и каждый из них рассказывает уникальную историю. В Австралии коренные народы также имеют долгую историю использования татуировок для обозначения племенной принадлежности и статуса внутри общины.
Австралийские аборигены использовали шрамирование и ритуальные татуировки, чтобы отмечать переходные моменты в жизни человека, а также в качестве знаков инициации и принадлежности к определенной земле или водному источнику. В современной Австралии и Океании татуировки переживают ренессанс среди не только коренных народов, но и в более широком обществе. Современные тенденции включают широкий спектр стилей, от традиционных и культурно значимых узоров до современных дизайнов, вдохновленных глобальной тату-культурой. Увеличивается число тату-салонов, предлагающих как классические, так и инновационные техники татуирования, что делает этот вид искусства доступным для разнообразной аудитории. В Австралии и Океании татуировки остаются значимым элементом культурного наследия коренных народов, в то же время приспосабливаясь и эволюционируя, чтобы соответствовать современным эстетическим и личным предпочтениям. Это динамическое взаимодействие между традицией и современностью продолжает обогащать культурную палитру региона и подчеркивает важность татуировок как средства самовыражения и сохранения истории. Особенности восприятия татуировок в 10 конкретных странах Японии. В Японии татуировки имеют давнюю и сложную историю, часто связанную с социальными стигмами и культурными традициями. В прошлом татуировки использовались как форма наказания для преступников, что отмечало их как изгнанных из общества. С другой стороны, в японской культуре существовал и другой вид татуировок, известный как иредзуми, который был тесно связан с самурайским классом и позже, с организованными преступными группировками, известными как якудза. Эти татуировки часто были обширными и очень детализированными изображениями, которые покрывали большие участки тела, включая спину, руки и грудь. Современное восприятие татуировок в Японии остается двойственным. С одной стороны, наличие татуировки может препятствовать доступу в некоторые общественные места, такие как бани или бассейны, поскольку они все еще ассоциируются с якудза. С другой стороны, среди молодежи и влияния западной поп-культуры возрастает популярность татуировок как формы искусства и самовыражения. Знаменитости и музыканты, часто демонстрирующие свои татуировки, способствуют изменению отношения к этому виду боди-арта. Также нельзя игнорировать влияние поп-культуры, особенно через аниме и мангу, где персонажи с татуировками могут быть изображены в более позитивном свете. Это помогает ослабить стигму и представить татуировки как способ выражения индивидуальности и творчества, а не только как символ преступного мира. Тем не менее, хотя молодые люди в Японии могут быть более открытыми для татуировок, в обществе еще остается некоторая осторожность и недоверие к этому виду искусства. В Соединенных Штатах Америки татуировки давно стали частью основной культуры, с разнообразием стилей и отношений, варьирующихся от штата к штату. В таких местах, как Калифорния и Нью-Йорк, татуировки являются символом моды, искусства и индивидуальности, в то время как в более консервативных регионах, например, в Южных Штатах, они могут все еще восприниматься как нечто нестандартное. Тем не менее, общенациональный тренд показывает, что татуировки становятся все более приемлемыми в обществе. Татуировки и вооруженные силы имеют сложные взаимоотношения. С одной стороны, татуировки среди военнослужащих распространены и имеют долгую историю, часто отражая гордость за службу, патриотизм и память о соратниках. С другой стороны, каждая ветвь вооруженных сил имеет свои правила относительно татуировок, которые могут ограничивать их размер, местоположение и содержание, чтобы сохранять профессиональный внешний вид. В корпоративной Америке татуировки также стали более принятыми, особенно в творческих и инновационных отраслях, где индивидуальность ценится выше конформизма. Многие компании отказываются от строгих дресс-кодов в пользу более свободного и инклюзивного рабочего места. Однако в некоторых традиционных отраслях, таких как банковское дело или юридическая практика, ожидается более консервативный внешний вид, и татуировки могут потребоваться скрывать. В мире шоу-бизнеса татуировки давно стали одним из атрибутов имиджа. Знаменитости часто демонстрируют татуировки, которые становятся частью их персонального бренда и могут даже стать трендами среди фанатов. В этой индустрии татуировки часто рассматриваются как форма искусства или даже как важная часть образа артиста на сцене и в жизни. В США отношение к татуировкам продолжает развиваться, и хотя в некоторых сферах они все еще могут вызывать споры, в целом страна идет по пути более широкого признания и принятия татуировок во всех аспектах общественной жизни.
Россия. В России татуировки имеют сложную историю, которая тесно переплетена с социальными и политическими изменениями в стране. Во времена Советского Союза татуировки часто ассоциировались с криминальным миром, где каждый рисунок и символ несли определенное значение в иерархии преступного сообщества. Татуировки могли рассказать о чьей-то жизни больше, чем слова, они выражали судьбу, личные убеждения или историю преступлений. В те времена для широкой общественности татуировки были чем-то запретным и нежелательным. Их наличие могло стать причиной социального осуждения. С изменением политического климата и открытием страны глобальным влиянием в постсоветский период, татуировки начали приобретать новые значения. В современной России они стали популярным способом самовыражения среди молодежи и представителей различных субкультур. Татуировки уже не несут исключительно криминального знака, а являются формой искусства, средством рассказать свою историю или выделиться из толпы. Тем не менее, стереотипы о татуировках как о чем-то маргинальном все еще существуют в некоторых слоях российского общества, особенно среди старшего поколения. В корпоративной среде и в официальных учреждениях татуировки часто остаются невидимыми, скрытыми под одеждой, чтобы соответствовать деловому имиджу. Среди молодежи же татуировки широко распространены и приняты, особенно в крупных городах, где тату-салоны предлагают широкий спектр услуг и стилей. В молодежных и субкультурных средах татуировки могут служить знаком принадлежности к определенной группе, быть выражением музыкальных предпочтений или просто способом самоутверждения. В России татуировки прошли долгий путь от криминального символа до средства современного искусства и самовыражения. Стереотипы медленно разрушаются, а татуировки все больше становятся частью мейнстрима, особенно в молодежной культуре. Бразилия в Бразилии. В стране с богатой и разнообразной культурой, татуировки занимают особое место, особенно в контексте широко известной пляжной культуры. С пляжами, такими как Копакабана и Ипанема, которые являются символами открытости и бразильского образа жизни, татуировки воспринимаются как натуральное продолжение этой культуры красоты и самовыражения. Яркие и цветные татуировки часто демонстрируются на пляже и стали способом показать свою индивидуальность и искусство на своем теле. Социальное значение татуировок в Бразилии может значительно варьироваться в зависимости от социального слоя и региона. В некоторых общинах татуировки имеют глубокий культурный и даже религиозный смысл, в то время как в других они могут быть просто модным трендом или формой искусства. В городских районах, таких как Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, татуировки стали широко распространенными среди всех слоев населения и часто ассоциируются с модными тенденциями и современной культурой. Юридические аспекты использования татуировок в Бразилии в целом лояльны. Нет строгих законов, регулирующих татуировки, за исключением тех, которые касаются возраста. Татуировки несовершеннолетним разрешены только с согласия родителей. Публичное восприятие татуировок в Бразилии в целом позитивное, особенно среди молодежи. Однако, как и во многих странах, могут возникать предубеждения, особенно в более традиционных или консервативных кругах. В Бразилии татуировки являются ярким отражением культурного разнообразия страны. Они отображают как личные искусства, так и общественные тенденции. И пока юридические ограничения минимальны, татуировки продолжают процветать как форма личного выражения и культурного искусства. Индия. Татуировки в Индии обладают глубоким культурным и религиозным значением, которое уходит корнями в далекое прошлое. Традиционно татуировки, или годна в некоторых регионах, использовались не только в качестве украшения, но и как знаки, указывающие на социальный статус, этническую принадлежность и даже маритальный статус. Во многих общинах татуировки наносились в юности как ритуал перехода, символизируя зрелость и готовность к браку. Религиозное значение татуировок в Индии нельзя недооценивать. Многие татуировки включают символы и образы из индуистских богов и богинь, священных писаний или религиозных мантр, что делает их носителями духовной силы и защиты. Татуировки могут также выступать в роли оберегов или служить напоминанием о религиозных обетах или паломничествах. Современная Индия, испытывающая влияние глобализации и модернизации, оказывает существенное воздействие на восприятие татуировок. Модернизация и урбанизация привели к тому, что молодые индийцы все чаще относятся к татуировкам как к средству самовыражения и модному аксессуару. В городских районах, где традиционные взгляды сосуществуют с современными, татуировки могут быть восприняты как знак моды,
индивидуальности или даже протеста против традиционных норм. Однако, несмотря на растущую популярность татуировок среди молодежи в городах, во многих сельских и консервативных сообществах Индии татуировки по-прежнему имеют глубокое традиционное и религиозное значение. Таким образом, в Индии сосуществуют две разные тенденции – уважение к традиционным ценностям и одновременное принятие татуировок как формы личной идентичности и самовыражения в современном обществе. Это динамическое взаимодействие между старым и новым отражает сложность и разнообразие индийской культуры. В Германии татуировки имеют долгую историю, начиная от племен германцев, использующих татуировки в ритуальных и племенных целях, до более недавних времен, когда они стали формой самовыражения и искусства. Исторически татуировки в Германии могли быть связаны с морскими традициями и подвигами военных, а также использовались для обозначения принадлежности к определенным социальным или культурным группам. Они были и остаются формой, через которую индивид может выразить свою идентичность и историю. В профессиональной среде Германии, как и во многих западных странах, отношение к татуировкам постепенно смягчается. В зависимости от отрасли и корпоративной культуры татуировки могут быть более или менее приемлемы. В творческих сферах, таких как дизайн, искусство и развлечения, татуировки широко распространены и приняты. Однако в более консервативных секторах, таких как финансы или право, татуировки могут потребоваться скрывать. Законодательство в Германии защищает право работников на татуировки, если они не мешают выполнению профессиональных обязанностей или не противоречат дресс-коду организации. Популярные тенденции татуировок в Германии часто отражают широкие культурные течения, от минималистских и геометрических дизайнов до более сложных и уникальных художественных произведений. Инклюзивность и разнообразие современных татуировок также ведут к тому, что все больше людей выбирают татуировки как способ отметить важные события в жизни, выразить свои убеждения или даже как форму памяти о важных людях или моментах. Культурное влияние татуировок в Германии распространяется и на мировую сцену тату, с немецкими художниками и мастерами, которые известны своим мастерством и инновационными подходами к татуировке. Немецкие тату-фестивали и конвенции привлекают участников со всего мира, подчеркивая растущее признание татуировок как формы современного искусства. Иран, в Иране татуировки традиционно являются предметом строгих религиозных и социальных табу. Исламские законы, которыми руководствуется страна, имеют четкие предписания относительно татуировок, считая их недопустимыми изменениями тела, данного Богом. Это отношение приводит к тому, что татуировки в Иране окружены множеством запретов, и люди, носящие их, могут столкнуться с социальным осуждением и даже с юридическими последствиями. Несмотря на строгие ограничения, среди молодежи Ирана наблюдается растущий интерес к татуировкам как форме личного выражения и индивидуальности. В молодежной культуре татуировки могут восприниматься как символ бунта против традиционных норм, формы искусства или даже модный аксессуар. Молодые иранцы, вдохновленные глобальными тенденциями и поп-культурой, часто ищут способы нанесения татуировок, несмотря на потенциальные риски. Тем не менее, риски и последствия для людей с татуировками в Иране существенны. В лучшем случае они могут столкнуться с неодобрением со стороны семьи и общества, а в худшем – с юридическими преследованиями и даже арестом. Социальное давление и возможность наказания заставляют многих держать свои татуировки в секрете, скрывая их под одеждой. Иранский пример демонстрирует, как древние традиции и современные взгляды могут сталкиваться в вопросах, связанных с татуировками. Несмотря на растущее принятие татуировок среди молодежи, традиционное и религиозное восприятие остается препятствием, которое многие иранцы должны преодолевать, исследуя эту форму самовыражения. Таиланд. В Таиланде татуировки тесно связаны с религиозными обрядами и верованиями, особенно с буддизмом. Традиционные тайские татуировки, известные как сакьян, являются более чем просто украшением тела. Они считаются священными и имеют глубокое духовное значение. Эти татуировки часто содержат древние буддийские молитвы и символы, которые, как считается, приносят защиту и удачу. Многие люди в Таиланде носят эти татуировки как талисманы, веря в их магическую силу и способность обеспечивать благополучие и защиту от зла. Сакьян татуировки традиционно наносятся во время религиозных церемоний монахами или традиционными мастерами, известными как аджаны.
Эти мастера используют длинные металлические стержни для нанесения татуировки вручную, что делает процесс болезненным, но и особенно значимым. Перед началом процедуры проводятся молитвы и ритуалы, чтобы осветить татуировки и вызвать благословение божеств. Туризм оказал значительное влияние на восприятие татуировок в Таиланде. Многие иностранные посетители стремятся получить традиционные тайские татуировки из-за их красоты и духовного значения. Однако важно отметить, что в то время как иностранцы могут видеть в татуировке экзотическую привлекательность, для местных жителей она остается глубоко религиозной практикой, требующей уважения. Тем не менее, вопреки их традиционному религиозному значению, современные тайские татуировки также подвержены влиянию глобализации и изменяются под воздействием западной тату-культуры. Сегодня в Таиланде можно найти множество салонов, где предлагаются как современные, так и традиционные дизайны, делая татуировки доступными как для местных, так и для посетителей из разных стран мира. Южная Корея. В Южной Корее законодательные ограничения в сфере татуировок создают уникальную среду, где татуировки стоят на стыке культуры и закона. Согласно корейским законам, татуировки считаются медицинской процедурой, которую могут выполнять только лицензированные медицинские работники. Это означает, что технически многие тату-мастера работают вне закона, поскольку не имеют медицинского образования. Тем не менее, тату-салоны существуют по всей стране, и многие молодые корейцы продолжают делать татуировки вопреки этим ограничениям. Влияние кей-поп и корейских драм значительно увеличило популярность татуировок среди молодежи. Звезды кей-поп часто используют татуировки как средство личного выражения, что делает их модными и желанными среди фанатов. Татуировки стали видимым атрибутом многих знаменитостей, что делает их важным элементом в культуре поп-знаменитостей и социальных медиа, где они ассоциируются с модой, молодостью и модернизацией. Тем не менее, в южнокорейском обществе существует конфликт между традиционными ценностями и современными взглядами на татуировки. В то время как молодое поколение может видеть в татуировках форму искусства и индивидуальности, более старшее поколение часто связывает их с антисоциальным поведением или даже криминальными элементами. Это разногласие приводит к общественному диалогу о том, должны ли татуировки оставаться в сфере медицинских процедур или быть признанными как форма личного искусства. С этим спором остается неопределенность в восприятии татуировок, которые для одних являются символом современности и глобализации, а для других – отклонением от традиционных корейских норм. Таким образом, татуировки в Южной Корее остаются предметом общественного и культурного дебата, отражающего широкий спектр мнений и взглядов в стремительно развивающемся обществе. Новая Зеландия. В Новой Зеландии татуировки, особенно традиционные маорийские мако, являются неотъемлемой частью культурного наследия. Для маори, коренных жителей Новой Зеландии, татуировки являются выражением идентичности и принадлежности к Иу, племени, Ивака Каноэ предков. Традиционные маорийские татуировки, которые обычно наносятся на лицо и тело, богаты символикой и рассказывают историю происхождения человека, его социального статуса, родословной и достижений. В обществе Новой Зеландии татуировки в целом воспринимаются положительно, отражая широкое культурное разнообразие и индивидуализм страны. В профессиональной сфере, хотя некоторые более консервативные отрасли все еще могут требовать более традиционного внешнего вида, многие рабочие места принимают татуировки как часть личного выражения. Все чаще компании признают значение татуировок в культуре маори и их важность для самовыражения сотрудников. Современные тенденции в татуировках Новой Зеландии включают как продолжение традиционных маорийских практик, так и влияние глобальных тату-трендов. Право индигенных народов, включая защиту их культурного наследия, активно поддерживаются на национальном уровне. Это подчеркивает уважение к маори и их искусству татуировки, которое является живым выражением их культурной идентичности. В Новой Зеландии татуировки представляют собой уникальное сочетание традиции и современности, и их значение простирается от личной идентификации до широкого культурного и социального признания. Это отражает прогрессивный подход страны к разнообразию и включению, где татуировки ценятся как часть богатого мозаичного национального культурного ландшафта. Татуировки и профессия татуировки и их влияние на профессиональную сферу – это тема, вызывающая горячие дебаты по всему миру.
В разных странах и культурах отношение к татуировкам в профессиональной среде может сильно различаться. В некоторых странах, особенно в западных, татуировки становятся все более приемлемыми и уже не считаются препятствием для трудоустройства или карьерного роста, особенно в сферах, где индивидуальность и творчество ценятся выше традиционного профессионализма. Тем не менее, в более консервативных обществах или в традиционных отраслях, таких как банковское дело, право или гостиничный бизнес, татуировки могут по-прежнему рассматриваться как несоответствие корпоративной культуре. Профессии, в которых татуировки широко приняты, часто связаны с искусством, развлечениями и модой. Тату-мастера, дизайнеры, художники, музыканты и бариста – это лишь несколько примеров профессий, где татуировки не только приняты, но и могут служить дополнением к профессиональному образу. В этих сферах татуировки могут даже усилить личный бренд человека и помочь выделиться на фоне конкурентов. С другой стороны, в профессиях, где требуется строгое соблюдение дресс-кода или где сотрудники вступают в постоянный контакт с клиентами из консервативных слоев общества, татуировки могут стать проблемой. В таких случаях работникам часто приходится скрывать свои татуировки, чтобы соответствовать профессиональным стандартам и ожиданиям. Карьерный рост людей с татуировками также может зависеть от отраслевых норм и корпоративной политики. В некоторых компаниях присутствует неформальное или формальное правило, что видимые татуировки могут помешать продвижению по службе. В результате работники могут сталкиваться с необходимостью выбирать между личным выражением и профессиональными амбициями. Таким образом, хотя многие современные рабочие места становятся более толерантными к татуировкам, отношение к ним в профессиональной среде все еще варьируется в зависимости от множества факторов, включая культурные традиции, отраслевые стандарты и личные взгляды руководства. Это подчеркивает важность понимания культурного и профессионального контекста при принятии решения о татуировке. Правовые аспекты татуировок варьируются от страны к стране, отражая широкий спектр культурных норм и ценностей. В некоторых государствах татуировки подлежат строгому законодательному регулированию, которое может ограничивать возраст, на который разрешено делать татуировки, требования к лицензированию тату-салонов и стандарты санитарии. Например, в Соединенных Штатах регулирование татуировок осуществляется на уровне штатов, и каждый штат имеет свои правила и нормы. В некоторых штатах, таких как Орегон и Алабама, требуется лицензия как для тату-мастера, так и для салона, а также установлены возрастные ограничения для клиентов. В странах, где преобладают строгие религиозные убеждения, таких как Иран или Объединенные Арабские Эмираты, татуировки могут быть запрещены или находиться под строгим контролем, поскольку они противоречат религиозным доктринам. В этих странах наличие татуировок может привести к юридическим последствиям, включая штраф или даже тюремное заключение. Другие страны могут иметь ограничения, касающиеся видимости татуировок, особенно в государственных учреждениях или в армии. Например, в Южной Корее, где татуировки технически должны выполняться медицинскими работниками, видимые татуировки у военнослужащих могут быть недопустимы и подлежат скрытию. Тем не менее, есть и те страны, где татуировки не регулируются на законодательном уровне и являются частью культурного наследия. Например, в Новой Зеландии традиционные маорийские татуировки тамако защищены как культурное наследие, и их ношение имеет большое значение для коренных народов. Таким образом, законодательное регулирование татуировок отражает множество факторов, включая культурные убеждения, общественные нормы и правовые рамки, и может сильно варьироваться в зависимости от местоположения и социального контекста. Это разнообразие подчеркивает важность осознания локальных законов и норм перед принятием решения о татуировке. Социальные и религиозные аспекты. Социальные и религиозные аспекты играют значительную роль в восприятии татуировок в различных культурах и обществах. Во многих религиозных группах татуировки имеют особое значение, которое может варьироваться от полного одобрения до строгого запрета. Например, в христианстве отношение к татуировкам может сильно различаться, некоторые консервативные течения видят в них запрет, основываясь на определенных библейских текстах, тогда как другие христианские группы могут использовать татуировки для выражения своей веры и религиозной принадлежности. В исламе традиционно существует запрет на татуировки,
основаны на вере в то, что тело человека является подарком от Аллаха и не должно подвергаться изменениям. Тем не менее, в некоторых исламских культурах можно встретить исключения, особенно среди суфийских или мистических групп. В индуизме татуировки могут использоваться для показа преданности определенному божеству или духовному пути, часто содержа надписи священных мантр или символов. В буддизме татуировки также могут иметь религиозное значение, как, например, в Таиланде, где сакьян считаются оберегами и наносятся с соблюдением определенных ритуалов. Татуировки могут также служить средством социальной идентификации, выделяя принадлежность к определенной социальной группе, культуре или даже профессии. Они могут быть знаком принадлежности к определенной субкультуре, как, например, в молодежных или музыкальных сообществах. Однако татуировки могут и маргинализировать, особенно когда они ассоциируются с криминальным миром или антисоциальным поведением в некоторых обществах. В современном мире татуировки все чаще становятся актом личного самовыражения и индивидуализма, в результате чего их социальное и религиозное значение постоянно переосмысливается. Несмотря на возможную маргинализацию, сегодня многие люди выбирают татуировки для отражения своих убеждений, ценностей и истории, что свидетельствует о постоянной эволюции татуировок как социального феномена. И того о том, как татуировки воспринимаются в разных странах, исследования от Татафото. Ком показала, что во многих культурах татуировки перешли от табу и стигмы к признанию и популярности, отражая сдвиги в общественных нормах и ценностях. В то же время в некоторых регионах и обществах они остаются предметом споров и дискриминации. В будущем можно ожидать продолжения тенденции к большей инклюзивности и признания татуировок в качестве формы личного выражения и искусства. По мере того, как мировые культуры становятся более переплетенными благодаря глобализации, вероятно, что стигма вокруг татуировок продолжит ослабевать, позволяя людям свободнее выражать свою индивидуальность. Мнение Татафото.ком отражает оптимизм в отношении будущего татуировок как искусства. Автор видит в татуировках не просто украшения, а инструменты рассказа историй, выражения самобытности и сохранения культуры. Татуировки предлагают уникальное средство для людей со всего мира выражать свои переживания, убеждения и истории через творчество, что делает их бесценной частью человеческой культуры. В конечном счете, татуировки – это яркий пример того, как изменяются культурные восприятия, и их растущая популярность может считаться знаком всеобщей тенденции к празднованию разнообразия и личной свободы. Это исследование подчеркивает важность понимания татуировок не только как эстетического выбора, но и как важного социального и культурного явления. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com, копирование запрещено. Изображения принадлежат их авторам, предоставлены в ознакомительных целях. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Удачи вам!